что, мы снова на первом корте. Представление слышали, наверное, от Олега Богачева, чемпиона мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, Олег Стояновский на ближней стороне площадки в красных маечках. И от блока отыгрывается Вячеслав Красильников, 1-0. Их соперники — молодая пара, Игорь Жаровин и Илья Шуляк. Представляют они волейбольный клуб «Нова». Илья Шуляк — воспитанник подмосковной школы пляжного волейбола. Егор Жаровин — воспитанник петербургской школы пляжного волейбола. В него, кстати говоря, подача. Егор к одной сеточке поднимает Вячеслав. Будет последнее касание. Еще одна попытка у Егора будет. Нет, слишком высокую траекторию задает. Ну и на сразу атака со второго касания от Олега Стояновского. 2-0. Егор Жаровин 2003 года рождения. 2001 года рождения Илья Шуляк. Причем Илья Шуляк, ну, немного больше, чем полгода занимается пляжным волейболом. Перешел из классики. С Петром Королевым сейчас они в волейбольном клубе в Подмосковье работают. И, кстати говоря, там практикуется в том числе и Егор Жаровин сейчас с волейболистами волейбольного клуба Подмосковья. Пока что не может ничего молодежь придумать на съеме. Очень острые кадры в сетке Вячеслав Красильников. 3-0. Чуть-чуть отстает у нас первый корт, но вот есть такая вероятность, что после этой игры более-менее выровняется по времени первый корт вместе с остальными. Напомню, что на первом-втором корте у нас в 8-10 стартовали игры. Там женская часть соревнований еще была. Ну и в 9 уже мужчины начали играть. Первое очко молодежь набирает. 1-3. Илья в атаке, короткий кат за блок, так раскидывал лосем руки Олег Стояновский, пытался отловить, но где-то между рук, скорее всего, что мяч прошел у него. 2-4. Предыдущий Егор Жаровин была подача, сейчас как раз Илья был на подаче, но уверенный съем Вячеслава Красильникова. Достижений больших особо у молодежи нет, но вот Егор Жаровин в этом году на молодежном кубке в паре с Николаем Чехненковым стал вторым по старшему возрасту, по младшему возрасту. В паре с Маратом Исламовым у них не очень хорошо получилось по результату. А вот по старшему очень неплохо ребят смотрелись, только Дмитрий Вертико и Алексей Архипов там проиграли. Ошибается Вячеслав Красильников на съеме, и третье очко, да, пары, представляющей волейбольный клуб «Нова». 3-5. Подача-прыжки, ну, не сильная подача-прыжки, еще и ошибается Егор. Вторая подача, вторая ошибка на подаче подряд, кстати говоря, у Егора. Первый турнир вместе ребята играют, такая вот возможность появилась, решили попробовать двух молодых спортсменов. Переходящий мяч контролирует Вячеслав Красильников, кстати говоря, да. Та ситуация, когда мы можем Вячеслава Красильникова на блоке увидеть. Так, ребят понимают, что гораздо сильнее они своих соперников, ну и какую-то дополнительную мотивацию и развлечение для себя ищет. Но вот пока что навыки игры на блоке Вячеслава Красильникова не самые идеальные. Касание сетки на блоке Вячеслава зафиксировал судья. 4-7. Передача за спину. Вячеслав. Атака прямо защитника. Но пульнул с такой силой Вячеслав, что с обработкой не справился Илья Шуляк.
Не очень хороший прием или получился. Передачи попытался исправить Егор, но, к сожалению, близко к блоку все получилось. Ну и там мяч, наведенный на блок Олега Стояновского, это практически без шансов для отыгрыша. Слава, отличная подача в прыжочке. Илья справляется, кат вдоль сетки не проходит, спокойно до него Вячеслав доходит. Ну и короткий кат за блок, третий метр. По хорошей траектории, сверху вниз. Все под контролем чемпионов мира. Так. Уверен я, что не в полную цену, а они еще играют в полную силу. 10-4. Про который я говорил, да, тайм-аут берет ребята из волейбольного клуба «Нова». Когда клубы суперлиги мальчиков для битья отправляют на финал чемпионата России, здесь все-таки молодая пара, которая может быть какая-то перспектива. Сейчас скажу, да, 2003 года рождения Егор Жаровин, 2001 года рождения Илья Шуляк. Именно пляжники, они не из классического волейбола, их отправили так представлять клуб. Поэтому возможность для молодежи поиграть полноценно минимум 3 игры, да, на групповом этапе против сильных соперников. Это хороший шанс и хороший опыт. Пары у нас играют в группе А. В этой же группе играют пары, представляющие Фонд развития пляжного волейбола Центральнобийской подготовки Москва, Всеволод Бобрик и Влад Михалев. И пара, представляющая Динамо Водный Станион, Артур Сальманов и Даниил Курочкин. Типовая передача в край, вроде там находился как раз в этом месте Олег Стояновский, но оставил много линий. Есть съем у пары из волейбольного клуба «Нова». 5-11. Егор, силовая подача, ну и какая, по-моему, третья подача подряд в аут. Егора Жаровина просто отдает очки на своей подаче. Егор, может, есть смысл упростить все-таки, тем более что выбить с приема чемпиона мира будет очень сложно. На блоке Вячеслав Красильников, на блоке, между прочим, 13-5. Параллельные игры в группе, которая у нас на четвертом курсе проходит. Довольно упорная борьба. Там счет 18-17. Единственное, что не понимаю, в пользу какой из пар. Илья Шуляк забивает. Заработает очко для своей пары. Шуля называют его. Так ласково. Особой борьбы какой-то в этой игре на первом корте. Все-таки силы на данный момент, ну, явно не равны. Технический тайм-аут при счете 7-14. Ошибается Вячеслав Красильников на подаче. Ровно 2 на
что чемпион мира дважды сегодня играет на центральном холте. Еще одну свою игру вратарка группового раунда сегодня Олег Вячеслав проведут за 14.50. Играет против Московского Рейдинга. Его число не на полный стрелок. После тайм-аута первое очко набирают Вячеслав Красильников, Олег Стояновский. 15-17 уже счет. Илья Шуляк опять близко к блоку наведенная передача. Егор Жаройна получилось. И Вячеслав Красильников на блоке. Очередное результативное очко приносит до своей пары 16-17. Результативные действия. Обработка атаки справляется Олег Стояновский. И что, попадает? Да, попадает Олег. 17-7. Большое преимущество. В параллельной игре в этой группе первую партию Всеволод Бобрик и Владислав. Восемнадцать-девять, чемпионы мира впереди. Вячеслав Красильников на подаче. Не справляется Илья Шуляк с приемом, ну и 19-9 и смена старым. На втором и третьем корте там у нас игры пляжников против ребят, представляющих клубы Суперлиги. Ну и в общем там все пока без шансов. Для представителей команд Суперлиги. Правда, за волейбольный клуб «Зенит» Казань выступает пара Марков Поликарпов. Ребята, которые на этапах чемпионата России уже играли не один раз за «Динамо» Казани. Ну и за Нижний Новгород АСК пара Сергеев Топчи тоже. Ребята из пляжного волейбола. Такие крепкие любители, я бы сказал. Результативным блоком Егор Жаровин отметился у нас и вынудил практически чемпионов мира взять тайм-аут при счете 12-19.
постепенно. И первый корт у нас выходит из тени. Давно уже не намека на тень на втором, третьем и четвертом корте. Там все очень непросто для ребят. Еще по второй игре все сыграют сегодня. Некоторые там, допустим, пара играющая на третьем корте сейчас, Антон Кислицын, Даниил Кувичко, у них там сегодня, насколько я понимаю, три игры по расписанию. Сетбол зарабатывает Вячеслав Косильников для своей пары, 20-12, уверенно они выиграют у молодежи. Ну, Алекс Тайновский, планер. Снова Вячеслав Красильников на блоке. Справляется с блоком Вячеслава Красильникова Илья Шуляк. Вот так, ошибка на подаче Ильи Шуляка. Заканчивается первая партия, 21-13. Чемпионы мира, представляющие волейбольный клуб «Факел» Новый Уренгой, выиграют первую партию у представителей волейбольного клуба «Нова». С блока Олега Стояновского начинается вторая партия. 1-0. Вячеслав Красильников, Олег Стояновский впереди. В подаче прыжке справляется Илья. Вдоль сетки прочитал Вячеслав, но будет вариант с доигровочки у Игоря Жаровина. Нет, хорошая высота на блоке у Олега Стояновского, не дает он шансов своим соперникам. 2-0. Второй же блок на Олега Стояновского. Ну и что, и тайм-аут сразу же берут Егор Жаровин и Илья Шуляк.
10:40 следующие игры у нас по плану, и опять пройдут мужские игры, и с 11 часов у нас уже по плану, нет, прошу прощения, с 11:30, конечно же, начинают у нас по плану женщины очередной раунд. Попадает в площадку Илья Шуляк, хороший кат по линии, боковую ленту цепляет мяч. Хорошее попадание, 2-4 счет. Игорь на планер перешел, много ошибок на подаче, но вот смотрите, да? Стоит ослабить подачу, как идет сразу прием на сразу, и со второго касания Алекс Тайновский мощно атакует, 5-2. Много мы это видим и на этапах мирового тура, на каких-то более серьезных международных соревнованиях. Вот, ну и здесь тоже не исключение. Стоит ослабить подачу, как вот такие варианты еще появляются у чемпионов мира. Это наш, да? Да. Задержку при выполнении второй передачи сверху фиксирует судья. Шестое очко. Вячеслав Красильников, Алекс Тайновский зарабатывают на ошибки соперников. На этот раз не смог перекатить через блок Олега Тайновского Илья Шуляк. Довольно тяжело, можно было попытаться в этой ситуации как-то от блока отыграться. Так, а как тут ошибку зафиксировали судьи у чемпионов мира, но и счет. Счет должен быть, я так понимаю, 3-6, да. Очередная ошибка на подаче. Да. Справляется легко с этой атакой в линию. Вячеслав Красильников неплохо вроде атаковал Егор, но недостаточно сильно для того, чтобы не смог справиться один из лучших защитников мирового пляжного волейбола Вячеслав Красильников с этой атакой. Просочился через блок Олега Стояновского, Егор Жарын. Хо-хо. Прилетело Егору Жаровину в лоб. Да. Ну, Егор высокорослый спортсмен. 2.03. Высота прыжка у него, несмотря на молодость, довольно приличная. И высоко выпрыгивал. Он не так высоко снимался, как оказалось, Вячеслав Красильников. Блок Алекс Тайновский.
Ошибается нападающий Вячеслав Красильников. 5-11 счет у нас становится. Ничего пока не может сделать с блоком Олега Стойновского или Шуляк. Вынос рук, конечно, сумасшедший у Олега. Ну, очень тяжело там. Не дает дышать он своим соперникам. Еще одна попытка у Илье. Ну, еще и передача на блок. Если бы не коснулся сетки только Олег Стойновский, я, все бы было очень печально для Ильи и Егора. Ну, вот так. Дарит очко Олег Стойновский своим соперникам. Перестали. О, очередной чехол на Вячеславе Красильникова и Егор Жаровин. Перестали экспериментировать. Чемпионы мира на блок после подачи Олег Стойновский начал ходить. Ну, немножко надо, да, приходить в тонус, тоже себя готовиться к следующим играм. Ну, в общем, тоже там класс соперников такой, что не думаю, что какие-то проблемы могут на групповом этапе возникнуть Вячеслава Красильникова и Олега Стойновского. С очком до технического тайм-аута. Есть доигровочка у Ильи. Нет, прямо в руки отдает. На сразу атака Олега Стойновского не прошла. Последнее касание у Ильи. Доводка на сразу Олегу Стойновскому. Ну, забивает Олег. 15-6. Технический тайм-аут с большим преимуществом чемпионов мира. Вячеслав Красильников был на подаче, но исправляется на свеме, ребята, из волейбольного клуба «Нова». Ну,
Егор, хорошая атака, идеальное попадание. Восемь 16. И отвечает тем же Вячеслав Красильников. Примерно похожая атака по направлению. Сильно в район шестой зоны. Немножко чуть в сторонку от защитника. Ой-ой-ой, какие сложности с обработкой первого касания, ну и пас одной рукой, который переваливается на сторону соперника, да, куражится чемпиона мира. 18-8. Очередной чехол от Олега Стояновского. 19-8. Ну все, логически у нас подходит к концу. Планер от Славы Красильникова. Егор Жаровин. Прием есть. Нет, все читает Вячеслав. Еще одна попытка Егора Жаровина. Опять же, да, смотрите, какие проблемы на блоке создает Олег Стояновский своим соперником. Посмотрел, практически из опорного положения, скатил вдоль сеточки. Ну и матчбол у Олега Стояновского. Вячеслав Красильников, силовая подача прыжки, хотел эффектно закончить, не получилось, 9-20. Илья, ну простой планер, ну и опять же, да, эффектно тут разыгрывают Олег Стояновский, Вячеслав Красильников. 21-9, вторая партия очень просто закончилась в пользу чемпионов мира.